войско Суздальское к Новгороду. Охватило горожан печаль великая. И молились они Богородице, и понесли образ ее на стену крепостную. Полетели стрелы, словно дождь, и вонзились в икону, и потекли слезы из глаз Божьей Матери. Охватил трепет полки суздальские, ослепли воины их и начали биться друг с другом. Увидали то новгородцы, вышли в поле и победили врагов своих. Образы и судьбы России. Битва новгородцев с суздальцами. Середина 15 века.